Метро Эксодус. Понятненько. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем игру Метро. Метро. Итак, новая игра. Новая игра. Так, нормально. Вступить в бой приходится с осторожностью, так как противник не прощает ошибок и с запасом фильтров и количеством боеприпасов приходится пристально следить. Сложность боев невысокая, боеприпасы или другие ресурсы в достатке. Данный режим предназначен в первую очередь для тех, кто еще только готовится к вызовам мира метро и хочет просто насладиться сюжетами, атмосферой приключений Артема и его друзей. На данном уровне сложности сражения будут очень простыми, а боеприпасов и другого снаряжения будет вдоволь. Хардкор, это вообще, по-моему, в рукопашку, и рейнджер хардкор там ни хрена нету. Так, ну что, нормально. Начинаем. Да. Я еще помню жизнь до войны. До войны это прекрасно. Когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города. Новосибирск, походу дела. Очень похоже. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Хотя нет, если получается. 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. С другого края едет. Рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Ну, похоже на Новосибирск. Мне кажется, может, оттуда и было снято. Вот это, как сказать, инсталляция, картина, как правильно назвать, структуры. Опа. Нападение. Кошмар. Кошмар. Все уходят в метро. 7 миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей. Поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабит. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Да. Печально. Во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Вот они, монстры. Кошмарно, кошмарно. Кстати, чем-то напоминает «Ночной поезд» фильм. Мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Где людей тоже убивали там. Идиотом. В поездах и скармливали. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. И как вот ты выехал выше домов, в метро, только что был под землей? Между годами серого существования и мигом надежды. Я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Ну вот, собственно, и начинается история данного персонажа.
Нет, мы не будем пропускать. Давай. Торопиться нам некуда. А такие картины мы еще навряд ли посмотрим. Кстати, если фильмы, допустим, взять про войну, ну так там опять же таких высоток не было. Поэтому и монстров там не было во Второй мировой. Ну, это единственное, что дома и разруха, это было похоже, да, танки там, самолеты, все бомбили. Call of Duty тот же самый взять. Обуставлено, обусловлено. И танк замерзший. И монстры, и люди. Давай. Залазь. Давай, 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 давай. Птицы, птицы, монстры, птицы. Сейчас спустимся, другие монстры будут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, тут надо, как я понимаю, собирать, я уж не помню сути. Помню, что в каждой миссии есть свои приколюхи, в каждой локации. Так. Фонарик. Ага. Подожди, только перед тем, как мы сюда зайдем, вот я вот это открою. Нет, не открывается. И здесь ничего. Давай тогда тут. Даже не знаю, как поступить с тобой. Так, это у нас какая буква? Вышел отсюда. На. Что я могу здесь взять? Ну-ка, тихо там. Ага, ничего. И для чего тогда эта паутина была там первоначально? Непонятно. Ладно. Надо потихонечку сваливать. Как я понимаю, у меня еще эти кассеты, кто они? Фильтры. Тоже не бесконечные. Опа. Взял. Я не понял, старый что, выкинул, что ли? Ладно. Ничего. Залезли в чемодан, ничего. Так, а как протереть-то? Блин, не туда. Ну-ка, ой, опять не туда. Ладно. Твою ж мать-то. Я же вас только что сжег. Или вы мне не опасны?
Это там. Не понимаю пока куда тут. Ладно, она линейная вроде должна быть пока что. До открытого мира еще далековато. И первые монстры, когда вот только будут еще. Заброшенная штанция. Заброшенная штанция. Ладно. На. Так. Понятненько. Так, что у нас здесь имеется? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ладно. Давай. Да. Блин. Вон она, побежали твари. Неплохо. Только у меня с патронами вроде как накладка выходит. Так, новая заметка. Давайте. Приехали. Пока все тихо. Видел только пару крыс. Ребята разгружают дрезину. На старые блокпосты народу не хватает. Коля погнал за второй партией. А мы пока будем держать только перрон и гермо... ворота Михалычу. Там еще, похоже, черти сколько возиться и приржавило намертво. Так, пристрелили пару стражей, подкрались под экскаватором, сволочи. Привод, кажется, сдох окончательно. Михалыч ничего не обещает. Фильтров маловато, надо скорее чем-то решать. Скорее всего, заварим пока проем листом железа, дальше будем думать. Наверху огромная стая, к нам пока не лезут, но все равно Коля привез автоген, но работать невозможно. Ни на малейший шум, сверху сразу вой, ставим растяжки. Господи. Значит, опа. Значит, растяжки меня ожидают. Понятненько. Что-то не понял. А, максимально. Так, ну-ка. Какой тут? Понятненько. Максимальное число у меня есть. А, это было поди вот на этот случай. Давай. Взял. Так, откуда вы пришли? Потушил огонь. Ладно. Выход у нас пока только один. Ну-ка, давайте-ка мышь. Так, настройка, настройка управления, мышь. Чуть побыстрее сделаем.
Я очень хочу сюда. Давай. Успею. Успел. Да пристрели ты его. Еще и зарезал. Ладно, тоже неплохо. Да подожди ты. Истыкал твою морду. И твою тоже истыкаю. Да третий, господи, что было помянуть? Властелин колец, где бы на гнома падали и падали эти мертвые собаки. Давайте, спасайте меня. Да держусь, куда мне деваться? Давай, поднимайте меня, мать вашу. Ну да, держусь, держусь. Да они его, считай, только помяли. Возвращается всем внимание. Нашелся герой, да, я такой. Ночь на станции. Но врачам я сказал, понял, открывать что ждут. Итак, на каждой локации от нас может уйти человек. Но может и остаться. На первой локации, насколько я помню, это где будет водный мир. Там надо, чтобы тебя не спалил священник. Во второй локации, если я не ошибаюсь, там нельзя убить ни одного раба. По-моему, так вот. На остальных я его даже не помню. Давайте тащите быстрее. А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Ну, оружие-то у вас прикольное, да. А ну, отстань от него! Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Держись, Тёма. Вот этот азиат, по-моему, вот он будет в это, в пустыне. Уйдет от вас, если вы хоть одного кого-то завалите там, раба. Или умрет ли там раб какой-нибудь. То есть деликатно надо работать. Деликатно. Да. Доктор сказал, все будет хорошо. Это только, представляете, предисловие игры. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они безо столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник. Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Ой, тихо, тихо, тихо. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя дурака любит. Папа, не надо. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Как же ты ошибаешься? Как же ты ошибаешься? Я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Полис. Надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Да сейчас. Так, Пилюлькин. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но...
Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо, как ты не считаешь? Не считаю. Ну, я так... Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Так как я главный герой данного сюжета, мне плевать на твое мнение, понятно тебе? Вот так, ах, тьфу на тебя. А, подожди, ах, тьфу на тебя еще раз. Вот так. Ну что, отчет времени. Так. Читаем. Черный Артем, дата рождения 31.03.2009 год. Это ему сейчас сколько? Сколько же ему тогда получается? Так, 11, 14 лет. Дата поступления, третий раз уже. Так, легкий форма, так. Прогноз благоприятствующий. Гемотранфузия. 0,5 литров. Так, внутрь постельный режим. Запретить выходы на поверхность на год минимум. Как нехорошо с вашей стороны, господа демократы. А, вот оно что. Вон сколько лет сидит. Так. Что у нас здесь? Почитать нету? Потому что тут история будет у нас. Ой, мама, не горюй. А я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста. А, 10 раз. А, во. Дверь не заметил. Дверь закройте. Тут кроме лампочек-то еще что-то есть. О, какие люди, Артем! Здорово! Да привет, привет! Я тебя, конечно, ждал. Лишь бы бухнуть, да? Вижу жив, бродяга. Ну, сейчас устроим пир. Артемыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Что ты, брат 2? Зина. Никогда. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! 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 Так, ладно. Что там, ВДНХ? Независимая станция. Ну, ВДНХ, я как понимаю, все, это Москва. Потому что нам надо из одной из... конца России в другую надо будет ехать. Будем ехать год. Неделю спустя я опять на поверхности. Ты какой непослушный малый. О, бунтарь. Опять тишина. Лично я, Артем, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Ну, в чем-то ты права, конечно. Ну. Артем, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана? Да я тебе еще не успел ответить. Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артем, потому что умер. Молчит, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Так. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Тут все уже обладают. Видишь, как город разрушен. Самая мощная. Да подожди. Мне тут... Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Есть что-то, что можно взять?
Нету. Ладно. Давай. Раз ты шуганула демона. Как мы с тобой сюда поднимались? Нет, все же вернешься в орден. Переедем в полис, а? Не хочу. Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душей. Господи. Я понимаю, что это тоже счастье, но... Как же светлое будущее наше. Нормально. Да я цел. Подожди, ты там бормочешь что-то. Я тебя пока не понимаю. В каждом доме может быть мутант. Почему демон-то, если это мутант? Так, это по максимуму, ага. Все понятно, где я что взял. Ага, вот этот морской бой, да, помню, раньше был прикольно. Сейчас вот таких аппаратов уже нету. Так. Мало подсолнечного, так, один, так, масло подсолнечное 1 литр, клава из главка кольцо, сахар 2 килограмма, Роза Александровна, так, ни хрена себе, 275 ложечки, так, гречка 4 килограмма, Маргарита, так, серьги, это расписка нахрен. Ладно. Ты идешь? Ну, хотя плевать так-то по большому счету-то. Так. Здесь вот тоже можно искать, что-то бродить, что-то находить. О, прибежала. Стой. Стою хоть дой. Ну что, устроим информативу создать? Или подождем, пока прибегут? Пусть бегут. Ждем. Они нам ни к чему. Подожди. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому зону запретные объявили? Все. Тут главное не спешить. Опа. Да. Вы можете перейти в фоторежим, используя меню или удерживая... Так, ну-ка. И чё? Она мне нахрен не нужна, эта камера. Кого мне тут фотографировать? Давай. Слушай, Артём, закинь меня наверх. Оп. Опа! Чё, тянись давай. Давай ты. Молодец, сильная баба. Держу. Сейчас бы ещё не пришли бы на этот шум. Давай. Переходим на рации. Переходим. Что это, черт? Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Смотри, наши ордена. Опа-опа.
Запрыгиваем. И нас вырубили нахрен. Прекрасное начало дня. Прекрасно. Твою ж там дивизию. Ладно. Одна дочь орденского командира. Артём, слава богу. Это не орден, ганзовцы. Козлы. Ганзовцы. Мне-то не легче. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы. Деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? Да еще какая! Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав! Там правда люди живут! Да я всегда прав! Думали, мы одни спаслись! Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Угу. Кто бы дал? Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разговор. Расстреливать привезли. Хопа. Нахрен там. Блин, собаку-то жалко, она свой долг выполняет, кстати. Не виноватая она. Мог бы жить и жить. Я сейчас еще начну жить. Не расстраивайтесь. Я вам всем гадам. Холки намылю. Забираю у него противогаз. Так. Давай, 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 давай. Ползи, ползи. Раненый человечек. Хопа. Прям слышу поезд. Поезд идет. Давай, давай, давай. Пролазь. Ползи. Еще немножечко. Падай. В этой ржавой трубе, конечно, там на еще и порезаться можно. Так, будем осторожны. Понятненько.
Так, аккуратно ползем. Что у меня там? Так, быстро, так, загрузить, быстрая загрузка. А, сейчас сохранение недоступно, ладно. Залез. Ага. Внимание. Вы все-таки ждете там. Поворотного круга. Тут-то никого нету. Поворотного круга. Точно, сейчас надо этих снимать потихонечку, надо будет. Вон тех надзирателей. Вы хренаки, у тебя эти все еще караулят там выход. Падлы. Отведите его отдохнуть, пусть поразмыслит. Конечно. Сейчас нахреначит его просто. Если не заткнешься, отправишься в котлова. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Да, конечно. Нет, еще не людей не видел. Они еще впереди. Власть. А я что, говорить не могу, что ли? Человек? Как вы? А еще и алкаш. Господи. Так это она про вас кричала? Да, это я. Это был я. Живой. А то. Вы за ней? Так. Что не так? Я помогу. Минутка. Девочку отвели на допрос к начальнику бара. Одну входу провести не смогу. Охрана лучше, но вопрос может и получше. Взял аптечку. Только не спешите. Заметил и конец нам обоим. Вам на свет лучше не показываться. Давайте круг как сделаем, вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Давай. Тут помимо щитка освещения хоть какое-то оружие, молоток хоть какой-нибудь дали. Не собирался. Держите стены. Ермак, ты что ли? Что ты там бормочешь? Иди сюда, помоги. Так. Столько, блин, спецназовцев нахрен. Хотя их, по идее, всех можно завалить. Или всех их надо будет завалить. Так. Стойте. Придется вам его вырубить. Сумеете? Только не шумите. Да сумею, наверное. Чего нет-то? Бук. Так. Взять ничего не могу, ладно. Погодите, погодите. Стойте. Нажмите C, чтобы бросить ее. Отлично. Ого, господи.
пусть хоть ненадолго. А вот кого мы отвлекали, я его даже не видел. Проходите быстрее. Старшой, эй, старшой. Удачи вам. Давай, за систему вентиляции, это я и так знаю. Давай. На. На. Вот так, блин. Сумел? Я смог. Господи, живой. Живой. Ты ранен? Пока нормально. Да подожди. Вот так. Не дергайся. Идиоты! Да вам теперь по законам военного времени одного что это такое? Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого. И Москву никто не слышит. Вот так вот сами глушили. Давай, давай. Там не только Россия, там весь мир, Артём. Зачем? Почему вы прячете Москву от мира? Ну-ка. Да, давай, вот так. Молодец, детка. Это наш. Тёма? Я с ним. С вами. С нами, молодец. Классно. Маша, оно вместе бежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана. Быстрее, сюда. Блин, толка, что ты мне помогаешь прямо. Через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. Давай, ладно. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Давай, Андрей. Со своими... Берегите себя. Со своими мужчинами. Иваныч. В противогазе. Здесь враги. Подсади меня. Видно давай. Плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Достаточно свечены, чтобы... Тебя сложно. Индикатор не горит. И фонарик не включай зря. Могут так, теперь мне надо их завалить как-то. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Давайте, где вы, где вы? Не вижу вас. Вот они вы. Где ты, где ты? Thank you.
где ты? Тихо, тихо. Вы меня видите? Блин. Задохнулся, так я понимаю. Давай посмотрим, откуда там. Если фонарик светит слишком тускло, воспользуйтесь зарядным устройством, заряжайте фонарик, свет горит, грязь. Точно. Куда тут? Где-то. Блин. Ладно. Не получилось, да? Давай, давай, давай. Фонарик не включай зря, могут заметить. Я хочу с них патроны Пойдем, взять. Тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Нет. Почему можешь тоже время смотреть? Так. Надо все проверить. Проверь. Давай. Началось. Прикрываю. Вот так. Один есть. А где второй? Третий? Где вы? Не вижу. Давай. На. Где вы? Где вы? Не вижу. Получил.
Ой-ой-ой. Где еще? Так. Ка-ка. Так. Давай, 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 ползи. Сверху сейчас осмотрим ситуацию. Так. Не вижу. Ладно. Пойдем вниз. Посмотрим, блин. Так, что у нас с патронами? Так. Где вы, где вы? Где ты меня видишь? Так. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Все нормально. Дышим. Ну давай наверх зайдем, посмотрим, что там. Так. Не видно, да? Сверху. Вон там. Так. Опа. Что, всего на 3 патрона? Ладно, это лучше, чем ничего. Давай, 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 спускайся. Так. Где-то стреляют. Только где? Вон они. А какой прорваться-то? Я вот дошел уж. Как хорошо, когда есть напарник. Вон там, правда, еще кто-то может быть. Сейчас проверим. Что там? Вот здесь вот кто-то грелся, я помню тогда. Потихонечку вымораживал его. Так, так, так. Один вот здесь я был. Хоп, свет выключили. Вот так вот в теории это должно было быть, если по-шпионски. Никого не убивая. Да ё-моё, да что так будешь делать-то? И, по-моему, возможно, даже вот так по трубам надо было проползти в идеале. Артём, отлично. Мы внутри. Всё, Артём, снимай противогаз. Давай. Теперь осталось найти Ермака.
Так. Нет. Вообще не так. Так, а как мне посмотреть-то, какие достоинства-то у него? Никак, да? Точно такой же. Хотя нет, смотрите. У этого зеленая мушка, а у этого коллиматор приделан уже. Даже не знаю, мне вот с этим-то вроде как поудобней. Зеленый горит, его хорошо видно. Читаем. Внимание всех сотрудников особой службы охраны системы ЩИТ. В текущем квартале участились случаи попытки прорыва кольца обороны шпионами и завербованными агентами из нехарактерных демографических групп. Женщины, старики, подростки. Это доказывает высочайшую эффектность действий особой службы охраны, не оставляющей противнику шансов на успешное вскрытие наших рубежей обороны и ведение подрывной деятельности обычными средствами. Именно поэтому все сотрудники ОСО должны относиться к своим обязанностям с особой ответственностью и без колебаний применять особые меры к задержанию всех категорий. Помните, враг хитер и коварен. Он в отчаянии бросает в бой последние резервы, однако враг все еще силен, а крыса загнана в угол наиболее опасно. Да, что-то мне это напоминает. О! Вот это вот вообще замечательно сейчас. Так, что у нас там? Все. Неплохо, неплохо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Кто-то поверху, сверху стрелял по мне. Ты дебил такой. А куда там слазить-то надо было? Где вы? Вон они.
Вот так вот. Спасибо, что пришел. Так, тут где-то всего по навалам. А где ты? Где ты? Ой-ой, что ё мать, так какие вы? Опа. Ладно. Так. Сколько у вас еще осталось? Так. Хорошо, так. Ладно. Давай-ка я с другой стороны зайду. Блин, аптечки-то нету. Хотя она внизу может быть. Ладно. Оставим пока. Закрыто. Есть. Все чисто. Так я же зачистил. Артем, рядом враги. Артем, бежим к Ермаку. Рано. Рано. Тёма, давай к Ермаку. Да подожди ты. Я понимаю, что тебе не надо ничего. Но мне-то, подожди, надо посмотреть. Внизу, может, аптечка есть. Артем, бежим к Ермаку. Вот у тебя что здесь? Тёма, давай к Ермаку. Ни хрена тут нету. Чего вы тут делали, тогда понятия не имею. А, и так надо было зачищать это все. Артем, бежим к Ермаку. Все, понял, бегу. Молодцы вы, добрались все. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Со мной лучше спроси, все ли хорошо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. Нашу Хорошо, подожди. Так, ты пока там будь. Ты как можешь в неприятность это умудрилась попасть-то уже? Ты, якорь. Титанический якорь. Сказали же, тихо. Где?
Давай, где ты? Вот так. Ну, смотрите, неплохо, неплохо она. Так. Поворот. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Охренеть! Где вы? Понимаю, чё? А, это так и должно быть. Да не собирался. Ничего себе. Ты как, живой? Бежим на поезд. Так. Так. Еще охрана, отбиваемся. Давай. Мама, помоги. Давай, 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 давай. И раз, и взяли. Еще чуть-чуть. Есть. Угоняем поезд. Тихо, тихо, тихо. Давай запрыгивай. Сваливай отсюда. Они ворота. Так, мне противогаз бы еще и починить не мешало бы. Мы вырвались. Ага. Почти. Что, черт? Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Как-то этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ, да, Котловане, люди из других городов, и тут их всех, молчать. Всех, женщин, детей. Все, вот. Отец, что там по железной дороге впереди?
До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они к этим вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не улягут. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артем, Маня, это же наш их не бросает. Если не будет, то кто? Ладно, молодцы. Тогда эти жаборты полностью. Артем, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто оградили кольцом радиоглушилок. Красота! Да, можно тебя понять. Этих-то что, не покажут, как за борт скидывают? Элеваторы разбитые, гаражи. Прекрасно. И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал. Врал тебе, мне, да всем вообще. Вот. Чего и боялись мы. Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. А, два раза. В противном случае будет открыт огонь на поражение. А сейчас какой был открыт огонь? Сейчас, ага. Хрен нас там. Ермак, начинай исправлять ход. Пусть думают, мы послушались. Это ты правильно решил, тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы только краску поцарапаем. А если изнутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю втопку им засунуть. Давай, полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Кого не жалко, да, значит? Он эту кашу сварил, ему и расклёбывать. Давай. Как ты тормозил, прыгай. Я согласен. Ведь я главный герой всего действия. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так а мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Ты охренел, паскуда? Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам только лет служили верой и правдой. Но жалели! Врагу продался? Они нас затла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Спокойно. Я стал, если надо, за родину, за людей, понял? Но не ради тебя, Снида. Да тихо ты! Тормози, суки! Ну, сука! Так, Содружество станции кольцевой линии казначейства командиру ОВШ, так, полковнику Турбан.
Полковник настоящим, я утверждаю, выдачу 6000 заводских патронов калибра 7,62 в лентах по 200 штук, согласно поданной вами заявке. 763/35. Тем не менее, я вынужден напомнить о том, что если выдача вам этих ассигнований сверх бюджета не принесет успеха, последствия будут для вас исключительно неприятными. Ваши операции не лишены некоторого изящества, из-за чего обычно оцениваются положительно, постоянно выходя за рамки утвержденных смет. Настоящий оверфайн предоставляется вам исключительно за счет кредита доверия при условии проведения обстоятельной проверки вашей деятельности к ближайшему заседанию правления. Надеюсь, вы понимаете, что положительных результатов проверки вы можете ожидать только если дополнительные вложения полностью окупятся. Подпись: я Волошковский, казначей. Ну все, теперь ты наигрался. Теперь и тебя, и прихвостей твоих, и дочку твою уже никак не дезертиров. Как собак бешеный. Пулю и в кювет. Лично тебя пристрелю, и не в затылок, в рожу твою! Скотина кромая! Оставить, по-видимому, в решето их всех! Огонь! Огонь! Артём, сейчас клочки разнесу! Почти! Вот так. Давай. На. Эй-эй-эй! Чё за дела? Кто по мне стреляет? Твою ж мать, ладно. Предположим. Перекрестие прицела и индикации попадания полностью. Так, включены, вы можете включить. Мы... Так, ладно. Я вообще-то только на себя здесь надеюсь. Так. Ну, это прицел какой-то не такой. Ладно. Давай. Давай. Так, еще один. Давай, взял. Яша, они что-то пронюхали. Подменить получилось только две ленты. Следят в оба, обязательно расстреляй все до железки. А то дали приказ все неизрасходованные патроны вернуть в казачейство. Тема была хорошая, но пора подвязывать. Так, накрыли их, короче. Махинаторы. Звук на 5. Убавь звук.
Так. Давай. Вот так. Интересно, ну-ка, чем этот будет отличаться? Давай-ка, поменяем. Удобнее, нет? Ну давай, ладно, пока с этим погоняем. Это мой. Уже разряженный, ладно. Так. Вот так вообще-то и было задумано. Не стреляй, не стреляй! Тихо, тихо. Артём, бомбу ставь как можно ближе к котлу. Прям на котел поставил, куда уж ближе-то. И меня забери с собой. Давай, давай, давай. Прыжок. Успел. За лесенку ну схватился. Давай. Вытягивай меня. Смотрим, бабах. Бумк. Прекрасно. Что за американщина? Yes. Ага. Окей, ага. В противогазе. Ладно, потом меня расцелуешь. Че, все нормально же? Все хорошо? Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Ничего страшного. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Да. Ехай. Мы сейчас в разведке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Ну да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Орден? Как европеец. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Да, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нычьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняет. Святослав Константинович. Если нельзя назад, как насчет вперед? Хорошая идея. Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать, проверь лучше эфир на длинных волнах.
Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной ковчег. Понимаешь теперь, почему их глаза командовали, мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и перепонали. Так, давайте. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Где-то вот здесь вот должно быть, нет? Давай, где ты? Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артём поймает позывные, все узнаешь. А если нет... Где ты? Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Не слышу вас. Нет. Вот. Врагу всем знать. Отличная идея. Объявляем запор. Ну-ка, это что? Сбора. Код 1811-7. Всем слушать. Квадрат 18-7. Повторяю. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811. Ну давай, что там? Что за сбор? Целый подземный город, огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? А вы? Ну, раз такой Комарик, случай... Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? Это я мигом, это я... Не поверил сначала. Итак, набухали. Не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться. Это бомжар ездит. Название этой развалины. Со своими дребезжалками. А что, давно пора? Предлагаю. Чем поганее машина, тем дребезжащие звуки издают. Любители будоражить простату. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари. Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Конечно. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда завру. Что у него там за фляжка такими кружками там нахреначить каждому-то? Давай глянем, куда нам ехать-то? Москва. Здесь ковчег. Чистый воздух. Сколько же нам туда ехать? Подожди, Саратов, Самара. Как ты, Леша? Подожди. Так, что у нас там? Томск. Омск. Уфа. О, Екатеринбург. А, между Уфой и Екатеринбургом ковчег. Ну, так-то недалеко. Давайте, Волга. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил.
Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Да, маленькие. Очень маленькие. Почти ничтожные. Ты как, родной? Ничего не застудил? Да все нормально. Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Ну, видишь, дорога-то потихоньку завалена все равно. Мы, кстати, скоро уже будем приезжать к мосту. Тут какие-то другие пути, какие-то во враги. Ах ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Только где ты там людей увидела, конечно. Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем руку! Общий сбор! Давай. Чего, F1, да нахрена мне нужен твои фотографии? Артём, ты как, цел? Давай, заходи. Один цилиндр, как... Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали. Проклятье. Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. А чё вы меня окружили? Старичьё какое-то. Старичьё? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть пару штуки. Мы что, до них добрались-то, полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на глазами чешут в мосту. Там у них укрепление. А вот тут, похоже, гражданские. Вон, в той... Циркушки они, так, томятся. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда, узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. А не прикроешь его. Есть! Может, я с Артёмом? Как, усилить? Нет. Карту взяли. Ситуации не разберемся, от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Так. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Нажмите, чтобы заглянуть в планшет, чтобы приблизить планшет. Так, понятно. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Степа, Дамир, пошли, Артём. Периметр. Так, есть, князь. На тебе разведка близлежащей территории. Принято. Вперед, прикроешь его с Авророй. Есть. Сэр, я Алёса, резерв. Есть, сэр. Вот, вот это можно. Что там? Так, режим камеры. Сетка. Ну что за сетка? Как скрыть интерфейс? Как это? Фотографировать? Эффекты. Ладно. Хрен на вас. Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Давай. Инструкция внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Так, а тут у нас есть что?
А, нету ничего еще точно. Ну, кажется, все. Все? Удачи, ребята. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.